третий видос, который изначально должен был быть первым. Я решила тут вот затестить первые три новинки, ну вообще, три геля, которые я купила в Фреше, когда последний раз была в Ярике. Вообще хотела обозреть еще вместе с гелем от Organic Shop Organic Kitchen, но если кому интересно, то вы мне скажите, я сделаю отдельный видос. А так я решила, что все-таки лучше пусть будет отдельный видос, по-моему, у меня есть даже плейлисты Фреше, вот чтобы потом этот плейлист пополнился, я решила затестить и обозреть. Может быть, кому-то это будет интересно. Вдруг кто-то еще не в курсе и такой же примерно танкист, как я. В общем, это предпоследняя новинка гели и фраше из серии бывших Plaisir Nature. Но обновленная она, по-моему, так и считается Plaisir Nature, хотя тут уже нигде не пишется, что это плезирка. Все три геля сделаны в России. Под предводительством Франции. Француз какой-то стоял и смотрел, как русские разливают из бочки, добавляя там что-то куда-то. В общем, это у нас гель для душа и ванны, хлопок и мимоза. Насладитесь расслабляющим, уточенным ароматом хлопка и мимозы. Кремовый гель для душа. Сам по себе, вот чисто пахнуть, если его просто понюхать, пахнет он для меня просто каким-то хлопком. Вот просто хлопок. Вот у них есть такие, надеюсь, еще не сняли, Jardin Dumont. Да, в общем, Садемира серия, и там есть такие 200 миллилитровые гели для душа, вот там есть был хлопок, хлопок не помню какой. Вот тут у нас цветы хлопка и мимоза нарисована, мимоза у меня растет в деревне, где я собираю всякие травки у моей знакомой бабульки, вот прямо у ее дома, там дофига этой мимозы. В общем, в душе он раскрывается действительно вот именно такой мимозой. Чуть-чуть отдает ароматом, там каким-то уже там последняя какая-то нотка, каким-то отголоском этого хлопка, но раскрывается именно мимозой, очень классный, кстати, очень хорошую пену дает. Ну, что русские, что французские, вот эта вот обновленная серия Plaisir Nature, она уже не идет как пена для ванны. Если хотите пену для ванны, то хорошую пену для ванны, если вам надо именно пену, а не чуть-чуть там какой-то слой, который через какое-то время исчезнет, то лучше берите эйвоновские пены для ванны. А как гель для душа, вот слушайте, такой классный, небольшое количество, ну вот видно, что он практически полный, небольшое количество на губку, на всю тушку хватит этой пены, и еще на губке дофига останется, в общем, очень классный, не сушит кожу, хороший, отличный аромат, плюс 5. По 5-бальной шкале ему 5, как гель для душа. В общем, а это у нас последние новинки, тоже и фрашевские, из этой же серии обновленных Plaisir Nature. И вот сначала я обозрю вот это. Что-то у меня кот там своротил. Надеюсь, ничего не раздолбал. Вон он картинку мою скинул, чеканку. Короче, гель для душа и ванны, магнолия и белый чай. Насладитесь расслабляющим элегантным ароматом магнолии и белого чая. Вот честно, я еду не нюхаю. Не знаю, белый чай я никогда не нюхала, но вот чисто по вкусу он более терпкий, мне кажется, чем, допустим, зеленый или желтый чай. Но белого чая давно у меня не было. Если вдруг кто захочет, я не против получить подарок. Ну, это так. Чем сладкий такой интересный аромат, не помню, как пахнет магнолия, но у них, по-моему, тоже есть из серии Jardin Dumont, это самая магнолия, если я не путаю, тоже пока кремовый гель для душа, вот тут тоже кремовый гель для душа, раскрывается в душе, но очень классно. Таким нежным, непередаваемым цветочным ароматом, в общем, шикарный, тоже очень хорошая пена, в плане губки, вот чуть-чуть он капнул, где больше, да? И, ну, шикарно такая, в общем. Кожа увлажненная, кожу не надо ничем протирать, вообще ни с чем удобрять, скажем так, после душа. Очень классный аромат, какое-то время еще остается, что, кстати, что это, что тут на коже тела, и немножко еще в душе, в смысле в ванной. И вот этот вот, я его сегодня уже тестила утром, это у нас последняя лимитка Ифрашевская, вот из этих двух, вот они как бы идут такой парочкой, да? Это гель для душа и ванны, гранаты, пряные ягоды. Насладитесь тонизирующим, бодрящим ароматом граната и пряных ягод. Вот открывая его чисто понюхать. Гранат гранатом, никаких пряных ягод я не чувствую. Вот один в один, как у них вот Jardin Dumont, это серия, где там 200 мл этот гранат. В душе он раскрывается исключительно просто гранатом. Никаких пряных ягод я опять же не чувствую. Но тоже очень хороший гель для душа. Все три... Вся троица. Так вот, возьмем.
вся троица из по пятибалльной, если системе их судить, то всем 5, 5, 5, можно сказать, даже 5 с плюсом. В общем, очень классные гели для душа. Если вы любите гели и фраше, и вас не смущает, что они сделаны в России, ну, в принципе, мне кажется, сейчас разницы нету, то раньше было, отличалось как-то розы-то в России. Разливаться сейчас у нас, кстати, в Московской области. Вот когда разливалась она в Питерской области, в Ленинградской, точнее, области, то там было как-то немножко хуже качество, мне кажется. Вот именно даже у этих гелей. В общем, отличные гели для душа, если вас не смущает, что это сделано не во Франции, а в России. И вы любите гели для душа и фраше, то вот очень советую. Всем спасибо, всем пока.